площадь памяти Троицкого сельского поселения. Сюда 20 июня пришли местные волонтеры, чтобы присоединиться к международному субботнику по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Собравшая ребят на эту акцию специалист по работе с молодежью Юлия Голосова отметила важность таких событий для молодежи. Во-первых, они дают сплоченность, во-вторых, это все же память, потому что нынешнее поколение в основном начинает забывать потихоньку, а вот такие акции сплочают молодежь, и они помнят. Один из добровольцев, Егор Голосов, который уже не первый раз помогает наводить порядок на площади памяти, не только гордится своими земляками, чьи имена высечены на мемориальных досках, но и не забывает историю своей семьи. Оба его прадедушки участвовали в Великой Отечественной войне. Лавринов Михаил Федосеевич, а второго я не знаю, к сожалению. Я знаю, что он похоронен где-то в Желанном, но я не знаю его. А по поводу того прадедушки, которого знаешь, кто тебе о нем рассказывал? Мама, папа? Бабушка рассказывала. Бабушке в деревню ездила, она рассказывала, водила меня к нему на могилке. Он родился в 1923 году, был участником Великой Отечественной войны. 183-я саперная бригада разминировала поля, чтобы там пришли русские войска. Был награжден медалью за взятие Кёнигсберга. Ну и все, в принципе. После войны вернулся домой, работал в колхозе трактористом. Это важно помнить всех ветеранов, которые отстояли нашу землю, свободное небо. Также в День памяти и скорби, который отмечается 22 июня, молодежный совет «Импульс» присоединится к акции «Свеча памяти». Мы будем проводить свечу памяти также. Кто-то будет ставить свечу памяти дома, с кем-то я буду собираться в здании администрации. И мы также небольшим своим кругом будем присоединяться к данной акции. Напомним, что в этом году всероссийская акция организована в онлайн-формате. Зажечь свою свечу памяти можно на сайте denpamyati.rf.